Приветствую всех! Меня зовут Ирина Хлеманенко. Я являюсь основателем и руководителем проекта metodsilva.ru, а также преподавателем на масштабном курсе изучения метода Сильва. И сегодня у нас в гостях Катерина, которая согласилась в интервью поделиться своими результатами после прохождения первой ступени масштабного курса. Катерина, добрый день! Добрый день, Ирина. Расскажите по традиции о своей точке А, входной точке. Почему вы решили прийти изучать метод Сильва? Почему именно, может быть, масштабный курс? Почему, может быть, именно ко мне? Что было для вас важными факторами? И особенно, что было в вашей жизни? Почему вы решили, что метод Сильва сможет вам помочь в чем-то? Ну, основной такой момент, что у меня не было довольства собственной жизнью. Стала понимать, что у меня просто с самой собой нет нормальных взаимоотношений. Раскрывались мои проблемы, довольства с жизнью не было, у меня был очень повышен стресс, то есть я могла, вплоть до того, что я просыпалась утром, и меня просто трясло, я даже могла еще не открыть глаза, меня уже трясет. У меня была такая проблема, год назад умер дедушка, и я проспала этот момент, то есть когда мне звонили. В течение года я понимала, что я просыпаюсь с тревогой, я бегу к телефону, что что-то случилось. И эта тревога могла начаться, я даже глаза еще не открыла, а она уже есть. То есть такой прям повышенный очень сильно стресс. И мое плохое самочувствие – это прям такие головные боли, которые были вот в результате моего напряжения. Причем напрягалась я из-за разных причин. То есть это может быть и стресс, спровоцировать напряжение и какие-то конфликтные ситуации. То есть вот любое напряжение, и когда я долго в нем нахожусь, у меня появляется головная боль. Почему пошла на курс? Я давно, в принципе, знаю о том, что такое метод Сильвы. 15 точно. Мнений в том, что он работает, просто никогда не было. Какие у меня результаты? Тревоги, с которой я просыпалась, ее сейчас нет. В общем и целом, как я вот, слушайте, меня трясло, и я еще глаза не открыла, сейчас такого, к счастью, нет. Я сейчас гораздо лучше засыпаю. Я перед сном всегда делаю вот длительное расслабление, которое медитацию. Я ее только стала делать без дорожки. С головными болями получается, что у меня их было как бы поменьше за время курса все-таки. Поняла, что для меня важно вот все-таки не напрягаться, то есть регулярный стресс, он сильно провоцирует головные боли. А по поводу моей там закрытости, ну, я стала понимать ее, понимать, насколько это серьезная для меня проблема, я имею в виду вот сама моя замкнутость вообще, в принципе, от других людей. Меня пригласили на какое-то мероприятие. Для меня вообще в новое место, к незнакомым людям, да для меня это раньше не пойду никуда. А тут я прям пошла, я даже общалась. Хотя вот когда я пришла на это мероприятие, у меня все-таки по привычке я как-то начала впадать в напряжение в какое-то, и у меня начинала болеть голова. Я села на кресло там, и у меня получилось остановить как раз-таки вот в тот момент. Первый раз мне получилось убрать вот эту головную боль. И я об этом была очень рада, и я прекрасно там провела день. Вообще целый день на этом мероприятии. Прошу сказать напутствие тем, кто сомневается, тем, кто думает идти или не идти на курс, что вы бы им сказали? Я бы им, если они сомневаются, то я бы им порекомендовала, конечно, не сомневаться в том, что это хороший инструмент, в том, что хорошая, у вас очень хорошая команда, то есть вы и кураторы там, нам всегда отвечали, нас как-то не оставили, да, там, без поддержки, каких-то неотвеченных вопросов, такого не было. То есть все вопросы, все закрывалось, можно было задавать их и на встречах в Zoom, и в чате. Доступно нам достаточно давали материал, не было какой-то вот гипернагрузки, да. То есть курс достаточно хорошо построен. Сам метод, сам, ну, как бы метод, да, как инструмент, он, нужно понимать, что это для того, чтобы вам помочь. Не он за вас исправит жизнь, а все-таки он поможет вам исправить что-то, что вам не нравится, да, что-то хочется изменений в своей жизни, то я бы рекомендовала пойти на курс, чтобы не сомневаться в качестве и самого продукта, и в том, что хорошая команда, и в том, что он поможет.
Спасибо, Катерина, большое за ваше время и за то, что поделились с нами своими результатами.